Привет, мои хорошие, с вами Селена. Смотрите, у нас причесочка какая сегодня. Это же я готовлюсь к встрече с подписчиками своими. Ну, я надеюсь, она не распадется. Погода вроде бы хорошая. Вот солнышко даже светит, видите? Вот, сейчас я жду Любашку с Марком. Они сейчас спустятся, и мы пойдем. Мы пойдем пешочком, так как Любашка живет в центре. Мы сейчас пойдем на Новослободскую. Мне надо в банк заехать, московскую карту свою получить. Она уже там ждет меня месяц, наверное. Сейчас приду, скажут, нету. В Мегафон надо зайти, восстановить свой номер. Мегафон, потому что я не знала, что нужно ложить туда деньги определенное количество. Заблокировали, даже мне никак не сообщили ничего. А номер у меня хороший был, и я хочу его пробовать восстановить. Потом в солярий, еще, ну, еще по каким-то делам, может, куда-то забредем, что-нибудь прикупить себе. И на встречу у блогеров в Европейске. Вот, я вся в ожидании. Интересно, сколько будет человек, но я думаю, будет немного, ну хорошо. Я уже говорила, да, пообщаемся, пофоткаемся. Ну и как-то, да, с малого надо начинать, а то если резко много людей, меня может попутать. Все, зайка моя ложится. Мы сейчас, кстати, сделали так, знаете, в 7:30 мы встали, а вчера легли, ну, около 2 часа мы легли пораньше. И сегодня мы решили, пока малыши спят, сейчас 12 часов, как раз им нужно спать. И сейчас они лягут спать, а мы сможем нормально поделать дела, там поставить. Потому что если они не будут спать, будут бодрствовать, это все, это беготня, это нервы. Мы уже пока вышли, устали. Просто устали. Вот. Ну все, оставайтесь со мной. В общем, мы зашли в Сбербанк, идем вдоль 3-го кольца. Погода супер-пупер. Да, удивительно. И мы едем, короче, сейчас пешочком на Новослободскую. Класс! Какую? Ты меня больше не любишь. Зачем я тебе? Давай. И мы поем песню. Зачем я тебе, если ты меня больше не любишь? Класс! В общем, мы присели в кофе-хаус. Я подумала, что здесь лучше всего приготовят кофе. Кофе-хаус или шоколадница. Я помню, что мне они оба не нравились особо, но голод не тетка, поэтому взяли холодный кофе, карамель и шоколад. В общем, а сколько стоит в России? У нас в Ростове? От и до. От, не знаю, 200 рублей до 1500, а даже дороже есть. Ну что, мы доехали на наших колясках до вот такого фонтана. Это знаете, где белорусский вокзал? Только белорусский вокзал на той стороне, а здесь вот как раз... Я здесь жила, кстати, в этом районе. Я здесь все время гуляла, ходила. То есть вот Тверская, я жила на Новолесной. Нет, на Лесной. Новолесная дальше. И вот ходила по Лесной. Мы, кстати, сейчас пойдем. Фонтанчик перестал. Здесь храм. Еще здесь бизнес-центры разные. Вот они. Мы идем дальше. Вообще этот бизнес-центр мне очень нравится. Здесь как-то так по бизнес прям. Хочется снять очки, солнца нет. Нафоткались, наснимались. Вот бы батареечки только хватило. Мне же еще нужно вас всех снять. Но у меня здесь полная батарейка. Полная батарейка. Не загоревшая? Сейчас иду в солярий. Девочки, подъехали, мы идем просто на Новослободскую, да, по Лесной улице к своему старому дому, где мы с Любочкой жили. Это Лесная, какой дом? 63. Лесная, 63. Рядом Бутырка, у нас на самом деле окна выходили на тюрьму Бутырскую. И знаете, по-буддийски говорят, что если вам плохо, просто взгляните в окошко, когда там кладбище или тюрьма, и поймете, что вы живете офигенно. Вот у нас так было. Не, ну у нас там зелень как бы, тюрьма за зеленью была. Но тем не менее, вот, шлагбаум ставили тут. Постоянно я на машине заезжала и в тюрьму звонила, чтобы меня пустили сюда. В свой собственный двор. Вообще, расположение офигенское. Сейчас мы идем вот там на Новослободскую. Здесь моя первая любовь. Первая любовь у Любашки здесь. Вот. Так приятно. 2 метра вам буду снимать. Мы на перекрестке стоим, вот. Вот он дом наш. Зашли в Сбербанк на Новослободской. Гляньте здесь что. Вообще красиво, да? Так красиво.
красиво. Такие штуки. Как будто в рестике каком-то. Метро Новослободская вообще не узнать. Просто огромная площадка, какой не было раньше. Здесь была натыканная куча ларьков разных. Да, здесь наша любимая была пиццерия наверху. Мы ели. Вообще ничего, просто открытое пространство. И расширенная, видите, дорожка. А раньше было, что один человек только вдоль пройдет, и если мимо друг напротив друга шли, то они такие боком шли. А сейчас мы идем с колясками в развалочку. Пешеходный переход открыли здесь. Так, моего Альфа-банка нет, вот здесь Альфа-банк был напротив. Велики поставили. Вообще, здесь еще бы круто было жить. Вот здесь мой любимый ресторан «Ми Пьяче», где я частенько ела пиццу, пасту. А вот здесь мой российский государственный гуманитарный университет, где я училась на клинического психолога. Сейчас, ой. Вот. Также вьет-кафе неплохое, но я больше предпочитала «Ми Пьяче». «Ми Пьяче». Мне, видимо, нравилось название. Смотрите, как мы идем. Ему нравится возить нашу коляску малому. Вот оно какое большое. Наше лето. Сейчас мы идем к главному входу. Вот здесь вот главный вход. Вот тут я старалась все время прям под дверьми оставить свою машинку. Тогда я ездила еще на Opel Corsa. Еще с другой стороны есть вход, но этот главный. Вот. Однажды мне бы... А, нет. Уже... А, нет. Да, да, нет. В общем, на Opel Corsa я тут была. Вот. В общем, проучилась 2 курса. А потом бросила я эту затею. И люди. Сейчас скажу. Смотрите, у нас Тверская вся перерыта, короче. Очень много нового, застроенного. В общем, мы дошли до этого Сан-Сити. Вот здесь она находится. За гостиницей сразу какой-то. Интерконтиненталь. Я иду. Вот хорошо Сан-Сити на месте стоит. Я бы офигела, если бы мы проделали такой путь. Люк, прикинь, проделали путь, а Сан-Сити тоже снесли. Вообще, мы бы охренели просто. Мы такой путь проделали. Но зато скинули нормально. Подхуднули. Вот, все, сейчас загораю быстренько. 5 минут возьму в Кадиллак. Покажу вам немножко, как там выглядит все по сравнению с Ростовом. Вот здесь что удобно, всегда можно поставить машинку. Парковочка всегда свободная была. И это. Мне вообще кажется, что я не уезжала. Вот честно, ощущение, что я не где-то в новом месте, а в своем родном. Вот вас по ценам сориентирую, если вам интересно сравнить московские и ростовские цены. Я хожу, мой любимый. Где Кадиллак, покажите? Вот. Я вот сюда хожу. Ну, вот тут я буду загорать. Все, малой там ждет, я побежала. Тут еще, смотрите, Basic, Media и Карибская. Сказали, самые черные. Короче, я сейчас конкретно прижарилась на самой черной. Просто нереально. Нереально. Мне кажется, я обгорела. Ну, здесь вон еще куча соляриев. Короче, сделали тоже ремонт, мне кажется. Косметология как-то тут была. Туалет, дверь поменяли. Ой, короче, хорошо здесь. Так, 2 коляски уже. Справляетесь? Справляетесь? Да. Че, он не стал есть, да? Мультики включила. Нет. Такси вызываем. Я же не показала себя сразу после солярия, да? Когда я так, блин, не красная бы мне только быть на встрече, сейчас вообще трындец. Там прижарила, как будто я попала под палящее карибское солнце просто. Очень прям. Я думаю, нормально будет. Ждем такси, все, уже ехать навстречу. Кстати, да, я пошла не в Кадиллак свой любимый, обычно я ходила в Кадиллак, а другой вот Сан, он чуть подороже стоит. Ну, короче, там увидите. Вот, они сказали, что это самый лучший сейчас в России, в общем, самый классный и... Или в России, или у них, или вообще, или в Москве. Я не поняла, ну, короче, самый лучший я услышала и пошла туда. Вот. Есть хочется. В общем, мы зашли в Бахиле. Я сейчас такой вкусный сметанник съела, что даже забыла про то, что надо снять. Но вот кофе с такой прикольной кружкой, она овальная. Латте, короче. И все. И мы бегим. Чего?
Мы едем в такси, у нас по дороге столько всего уже приключилось, мы уже успели потерять золотую карту, потом нашли, слава богу, мир небездобных людей, вернули Любашке карту. Вот, сейчас опаздываем на встречу, и, ну, осталось уже 10 минут, мы уже вот на Винский бульвар проезжаем. Ребята тут вообще шумят, и поэтому мы включили мультики. Вроде бы отвлекаются, но периодически дают о себе знать, чтобы мы были в тонусе и не расслаблялись. Вот, летим. Мы приехали в Европейский. Я не знаю, может, никого нету даже. Мы еще опоздали. Голодные, в туалет хотим, я кофе напилась. Ничего не жрали толком. Люба куда-то идет. Я думаю, она знает, куда идет. Ой. Ой-ой-ой. В туалет. Мы решили зайти в туалет, потому что терпения нету. Смотрите, какое здесь небо звездное. Класс? Я уже полностью забыла вообще, где. А где эти часики? А мне кажется, это вот оно, где были часики. Слушай, вот тут же часы были, нет разве? Ой, давай пройдем вокруг. Ой. Ко мне, наверное. Ко мне, да? Да. Смотрите, какие красавицы. А? Привет. Как вас зовут? Настя. Привет, это Саша. Совсем вообще. Ой, еще. Привет. 19 лет кто-то говорил будет. Боятся, стесняются прийти вообще. Кто-то стесняется. Я Настя. Красоточки. Я Селена. Надя Саша. По-другому. Мои девочки. Ну все, мы будем болтать. Хотите, передайте кому-то привет. Я буду все выставлять. Селене. Всем привет. Мне привет. Ну все, будем решать, что делать. Мы голодные. В общем, сейчас решим. Еще девушка пришла. Как вас зовут? Катя. Катя. Она вот с маленьким. Скажи, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Четыре без комбалиста Коля. Ой, какой молодец, Коля. Все, будем решать. Люба, ты не в шоке? Мы в лифте крутом. Все собрались. Едем в грабли. Там больше всего и удобнее всего. Ой, какая красота. Соскучилась я за этими видами. Да, а вон часы как раз таки, о которых я говорила. Я даже не узнала. Слушай, их так сделали, сейчас не вижу часы. Часы вот, я вижу. Короче, вы поняли, да? Тут Люба крутится. В общем, часы. Красивые часы. Потом покажу. Все девчонки взяли жареную картошку. Вот я, вот моя соседка, вон еще девчонки. Все любят жареную картошечку. Одни только вот мама на диете. Мы кормящие. А, ну вот. А так бы жареная картошечка, да? Первый пошел, прощается. Мать троих детей, мы ее не смеем задерживать. Спасибо. Все, уже принес вещи. Мама, одевайся. Давай. Все, давай. Спасибо, что пришли. Все, увидимся, на связи, спишемся. Хорошо. Вот мы всей толпой идем. А ну фокус. Да, к выходу. Поели, наелись. Люди, опять под цветом, видишь, как будто синяя еще. А, у тебя есть? А, ну да, есть. А я думала, вроде только розовые, тут синие вижу. Вон там сзади идут. Поели. В общем, идем на выход уже. Уже что-то я не знаю, так я устала. Вообще сегодня суматошный день. Ой. Уже обмениваться даже номерами. Вот хорошо на встречах так познакомиться, найти новых друзей. По взглядам там, по еще чему-нибудь. Вот мы встретились, да. Теперь мы уже прощаемся все. Это все, кто остались, да, у меня? Раз, два, три, четыре, да? Да. Да. Любашка ждет внизу. Смотрите, как тут красиво. Вообще торговый центр вот шикарный, да? Классно. Вот. Спасибо всем, что пришли. Нет, мы еще потом попрощаемся. Я обещала вам этот момент. Да. Это вообще, мне кажется, один из самых красивых торговых центров. Сколько я здесь времени провела? Это, кстати, было мое любимое кафе. Здесь очень вкусно готовят. Я здесь была, еще часов даже этих не было. Вот я была. Не, ну я потом приезжала, уже часы были. Чисто наш лифт. Чисто мы здесь едем. Привет! Привет!
Знаменитый европейский. Очень красиво. Очень-очень. Нам на первый? Да, на первый. Кто будет в Москве, обязательно европейские должны посетить. Сына, смотри, как тут красиво. Смотри, фонтанчик. Вау. Очень красивый фонтан. Сын, тебе нравится? Я снимаю, да. Красотки мои, да. Ой, спит. Все, мы подъехали, ждем такси. Приехал наш такси, мы загружаемся с девочкой, прощаемся. Спасибо, что пришли, мои кошечки. Первая встреча. Мои первые девочки, которые пришли на встречу. Все. Да. Увидимся, Все, пока. А мы бежим. Красивый свет, решила в машине снять свои впечатления. Вообще впечатление на самом деле море очень классно. Я вот так примерно и планировала, что пройдет встреча очень в теплой и дружеской атмосфере. Девочкам даже сказала, что ощущение, что я их давно знаю. Все знакомые лица такие, думаю, до 100% где-то встречались. Через 300 метров поверните налево. Налево, через 300 метров. А мы знаем. Вот. Так что я вообще очень рада. Мне самой будет интересно монтировать видео, еще раз на них посмотреть, как кто там. Потому что встреча такая, что немножко в голове тоже вот так вот суета такая. Ой-ой-ой-ой-ой. Поели уже, более-менее расслабились. Но я, как всегда, трындю. Опять горло болит. Оно и так у меня болит. А еще от того, что говорила, много болит. В общем, вот. Теперь готовимся к встрече в Ростове. Посмотрим, как она будет проходить, как мы ее организуем. В общем, всех жду. С нетерпением. Сейчас мы едем домой, устали. Ноги, руки, горло, все гудит. Пришла вся с подарками, надарили кучу шариков разных. Вот такая вот, я не знаю, что это, масочка или что, или для тела, что-то из Мертвого моря. Все написано здесь по-английски. И много читать, я даже не увидела слово боди. Надо будет спросить у нее, что это. Резиночки, сережечки, заколочки такие красивые. Брелочек. Вот, и записка тут у нас есть. С любовью, Сабрина. Люблю и обожаю. Спасибо, дорогая. И еще мне подарили цветы, сейчас покажу. А, цветочки вы уже видели, но я еще раз покажу. Они такие милые, они так вкусно пахнут. Спасибо, мои хорошие. Девочка беременная, кстати, подарила мне. Вот желаю, чтобы у нее роды, беременность хорошо прошла, ну и роды, естественно. С мамой приходила. Привет вам. Девчули мои, доброе утро. На самом деле, доброе утро у нас уже... Блин, вот как-никак-никак не пройдет у меня эта простуда, блин. Бесит меня. Уже 12 часов дня, но раньше я в это время просыпалась, а сейчас уже столько дел попеределали, поперестирали. У нас воду отключили горячую, так что мы теперь... Ну, один день, слава богу, и мы уже сегодня уезжаем. Я надеюсь, в гостинице, там, где мы будем, будет вода горячая, все будет хорошо. Я решила закончить этот влог. Почему? Потому что предыдущий влог получился длинным, хотя я думала, он будет короткий, и получился все равно около 25 минут. Я думаю, я здесь тоже много наснимала. Самое главное — это встреча. Вот. И у нас остался один день. Сегодня ночью мы выезжаем. Я думаю, что хочу зайти в московский фикс-прайс. И Любашка моя тоже говорит, я там ни разу не была, а мне интересно. Ей понравились вот эти вот топики, которые на мне. Она тоже розовенький хочет. И поэтому сейчас малыш спит, я скину это видео, я его смонтирую, я его уже выложу для вас на нужный день. И потом уже фикс-прайс сделаю. Может быть, будет один день задержка видео. Посмотрим, но я постараюсь все успеть, все для вас сделать. Все, люблю вас, целую, обнимаю. Была рада вообще и встрече подписчиков. Теперь следующая встреча у нас в Ростове, и посмотрим, как она пройдет. Мы пытаемся организовать все более интересно, и, в общем, короче, я счастлива. Вы часть той моей жизни, которая делает меня счастливой. Все, люблю вас, пока. До новых встреч, и увидимся в новом видео. Пока.